Ой, дети появляются, кино смотреть. Это 20 сегодня июня 16 года. Андрей, Тимофей, вот они первые, ну молодцы. Хорошо бегать, а тут шарик выскочил. Дождь идет и второй день. Видите, как тут. Дождь, все промок. Я третий раз сегодня другую одежду надеваю. Пафельса сушить. Вон там они как необычно сегодня сделали они. Ну-ка посмотрим. О! Смотри, что вытворяют. Это мне воинская часть. Летное училище дали. Когда их размонтировали, превращали в милицейский институт. И мне дали. У меня хорошие были отношения. Вон она как. Под палаткой-то еще кто идет. Ой-ой-ой. Ну, девчонки, ну хорошо придумали. По полу не таскайте палатки только. За землю не задевайте. Так, подальше. Подержи. Не, на землю не задевайте палатки. Ксюша, складывай. Вон, дядя Володя. Там кто придумал-то это? Дядя Володя. Дядя Володя все придумывает. О. Еще вы пришли, подождю-то. Что-нибудь посмотреть. Ну полезное. Давайте, смотрите. А какое кино? Не знаю даже, у нас много. Ну давайте. Заходи. Приоткройте. Вон. Шарик. Шарик хочет давайте. Смотреть тоже. Шарик. Так, в туалет сходили? Кто желает? Вон как. Все по шарикам придет. Можно я погуляю? Возьми, оцепит его на цепочке и пойдет гулять. Он сколько раз уже ходил. Иди, можешь там пощупать его. Погладить можете собачку. Вот они, двойняшки. Соня и Маша. Им нравятся собачки. Шарик. Маленькая собачка с большим сердцем, мы зовем ее. Это они пришли вот из лагеря. Вон лагерь, где кусты. Там видно небольшой келье даже. Там они спят. Это как раз их келье. Вот так. Ну что, выжил, ожил? Это значит, девочка. Ну-ка, давайте. Вот пришли киношники. Так, осторожно, девочки, тут и лежат вон эти куриные яички, не разбейте. Вот они где. Ой, какая кошка у меня пушистая. Какая красота, смотри. Вон она какая, беленькая, ушки красненькие. Вот такую рыжая принесет. Иди сюда. А вот это что такое за утка? Она настоящая? Нет, ну да, настоящая. Она попала в сеть, задохнулась. А потом ее Нестеров отец сделал так. А чьи там гнезда? Так, смотри. Ой, какая кошечка, как они ее любят. Загладили ее. Ну, сейчас кино будет. Как раз сегодня духов день. Свободу. Ну давайте, рассаживайтесь. Ой. Ну, показывай, какой фильм-то? Может, «Сбежавший задом» включить? Как называется? «Сбежавший задом» может. Подожди, покажи, я прочитаю. «Сбежавший задом». Да, хороший фильм. Очень хороший фильм. Смотрите. И рассуждайте, потом напишите краткое содержание фильма. Все, ладно. О, тут носки вешают. Вот это вот зал наш просмотровый.
А ты что тут залезла? А-а-а. Вон что, я бумагу заворачивал, рыбью голову привез.